Зеленые переехали. Все растения малого ботанического сада ОГУ переселяют на общую территорию. На площади более 24 гектар полным ходом идет облагораживание как растений, так и внешнего вида ботсада. Во-первых, хочу сказать, что это планируемый был перенос, потому что вот эта, та территория, где мы находимся, она уже существует 4 года. За это время здесь произведено следующее мероприятие. Произведено ограждение, высажены лесополосы, ветрозащитные для того, чтобы здесь был определенный микроклимат. По словам директора, малый ботанический сад исполнял роль питомника. Именно оттуда за весну перевезена большая часть насаждений. После переноса каждому растению требовались особые условия. Дело в том, что хвойные растения, они внутри, в почве, содержат определенное количество азотфиксирующих бактерий. И переносить эти растения, естественно, нужно с комом земли, в котором они произрастают. В настоящий момент на территорию ботанического сада ОГУ уже перенесены почвопокровные растения, которые по своему содержанию во многом уступают хвойным. А читки, так называемые, они используются как декоративные украшения, хорошо растут на каменистых почвах, то есть особо неприхотливы. У ботанического сада всегда была очень хорошая коллекция пионов, так называемый участок пионарий. Все эти пионы вы видите перед собой, они все перенесены. Кроме новых видов растений и деревьев, по генплану на территории сада будут возведены ряд арт и дизайн объектов. Альпийская горка по размерам получается где-то 200 метров квадратных, по высоте 2,5-3 метра, с фонтаном и с водопадом. Также рядом с Альпийской горкой планируется возвести водоем где-то около 5000 метров квадратных зеркальной площади, глубиной около 3 метров. Весь проектный дизайн делали наши выпускники, студенты. Благодаря собственной метеостанции сотрудники определяют температуру на территории ботсада, вымеряют влажность грунта, регулируют полив растений. На территории сада студенты ОГУ. Они проходят здесь производственную практику, борются с сорняками и помогают в высадке новых растений. Каждому кусту, дереву особое внимание. Главная задача – сохранить и вырастить ботанический сад для следующих поколений оренбуржцев.